Сегодня глава Чувашии принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию. С подробностями из Москвы мой коллега Дмитрий Ковалев. Сверить часы и расставить акценты. На повестке расширенного заседания правительственной комиссии социально-экономическое развитие регионов. По итогам работы за полугодие большинство субъектов страны показывают хорошую динамику, отметил в своем докладе вице-премьер Виталий Мутко. Об этом можно судить и по тому, как исполняется бюджет. Более 70 регионов нарастили доходы и сократили госдолг. Чтобы стабильность была, чтобы доходы мы не изымали. Мы приняли решение о снятии 1% налога на прибыль, но сконцентрировали их в бюджете. Вот это нам дает возможность, мы видим, что он неплохо наполняется. Вот дополнительно 63 миллиарда рублей, которые мы уже там в июле, в августе направим на сбалансированность бюджетов субъекта Российской Федерации. Сохранятся параметры и подходы по межбюджетным отношениям, софинансирование. Проценты софинансирования. Мы проинформировали коллег губернаторов о подходах наших подходах правительства, дотациях на сбалансированность бюджета. Продолжает расти и доходная часть бюджета республики. Глава региона отметил, что по итогам этого года прогнозируется профицит казны. В приоритете повышение эффективности управления общественными финансами. Мы входили и входим в десятку лучших регионов по эффективному управлению общественных финансов. Это во-первых. Во-вторых, касаясь мероприятий национального проекта, мы участвуем в 52 национальных проектах, федеральных проектов. То есть вот эта сплоченная команда работает на сегодняшний день на улучшение благосостояния жителей Чувашской республики. Наша задача отслеживать качество выполняемых работ, подключать общественность для комплексной оценки выполняемых работ. Члены правительственной комиссии обсудили реализацию национальных проектов. В федеральном центре намерены установить критерии, по которым и будут оценивать работу местных властей. Финансовая поддержка регионов увеличится. С этого года, начиная, дополнительно субъекты начнут получать очень серьезный ресурс. Вот в этом году это 590 миллиардов рублей. В следующем году 650 миллиардов. Это сверху тех межбюджетных трансфертов, которые мы даем. Мы будем выходить на снятие всех межбюджетных ограничений. Попытаемся, чтобы все эти деньги были расписаны на все 6 лет. В соответствии с указом президента определены 15 критериев, по которым будет оцениваться деятельность органов исполнительной власти, деятельность губернатора. Правительство в ближайшее время определит методики. Мы, учитывая то, что губернатору могут быть вопросы по оценке эффективности, мы создали специальную комиссию при президиуме Совета по нацпроектам. Экономические показатели должны расти и в муниципалитетах. Для этого в правительстве рассчитывают принять новую госпрограмму по развитию моногородов. Для республики это крайне важная инициатива, отметил Михаил Игнатьев. Касаясь города Канаш, объекты на стадии завершения. Первые резиденты уже начали реализовать свои проекты. Город Новочебоксарск, все помнят, безработица была на уровне 9%. Сегодня практически рабочих мест мы создали достаточно. И Химпром, как градообразующее предприятие города Новочебоксарска, модернизирует сегодня производство. Идут процессы диверсификации производства. И вот так поэтапно, пошагово будем отрабатывать, защищать свои проекты для того, чтобы, привлекая дополнительные федеральные инвестиции, мы могли улучшить социальное самочувствие горожан. Статус моногорода, считают разработчики программы, должен помочь с привлечением инвестиций в экономику. Еще раз сегодня коллеги поднимали вопрос, статус моногорода определить, он законодательно нигде не закреплен. То есть вот эти все вопросы как раз в этой госпрограмме и будут решаться. И законодательно, экономически, и финансовые. Правительство должно уже определиться по такому инструменту, как территория опережающего социально-экономического развития, потому что мы приостановили создание новых ТОРов, моногорода, некое уточнение провели. Моногорода получат и дополнительную поддержку из федерального бюджета. Конкретные предложения регионов рассмотрят на ближайшем заседании правительственной комиссии. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы.